Приветствую, дорогие друзья, меня зовут Сергей. Сергей. В общем-то, вы знаете, как меня зовут, и со мной Макс Каериус. Привет, ребят. Привет, Саня. А теперь, внимание, все спускаемся в левый нижний угол, там, где у нас турельки стоят, а там, где самая первая стена появилась. В левый нижний самый, просто базы. Самый левый нижний? Да, самый левый нижний, там, где еще робопорт стоит. Так, я прибежал. И вот теперь, что это? Где? Ну, нет, вот прям ко мне подбегите, вот что это? Ну, что, стена? Нет. Ну, у меня не было особо. Я видел это, но ты видишь безысходность просто. Ты такой подбегаешь, о, тут дверь, я сейчас спасусь. А там бац, еще двойная стена идет, бетона. Да, отлично. Стены из бетона. Кстати, у нас что-то ломают справа, я могу сказать, и что-то сломали слева. Насчет права, кстати, не уверен, но повреждены какие-то объекты. Объедки какие-то, блин, тут не пробежать, здесь поезд. Да, там стреляют, ломают, блин. Там жарабас просто прибежал. И тут турели достаточно плохо достают до этих жарабасов. Так, ну поставлю еще здесь тогда. Больше турели, не меньше. Так, еще турели не больше, не поверишь. Да, я поверю. Так, у меня супер-мега-крафты идут, которые, ну, вообще никак. Так, и что у нас получается? Оттурили стреляющими пулями, а зачем это нам, Шнега? А, извиняюсь, не то выбрал. Вон скорость стрельбы лазерных турелей. У нас, кстати, оказывается, не было улучшена скорострельность лазерных турелей, поэтому они так сосали жутко. Кстати, а они складываются, эти бонусы, или они взаимозаменяются? А каждый бонус то есть чуть больше предыдущего. Ну, потому что 30% он просто как бы... Предыдущий был 20%. Он суммарно как бы 30 или это те 20 плюс эти 30? Вот у меня всегда вопросы. Вот в РПГ любят так делать, и хрен пойми, то есть только научным путем. Где-то указывается суммарка, где-то отдельно на бонус. Ну тут, по-моему, просто каждые 10%, судя по схемам. То есть схема же тоже указана, плюс 50, они же входят, грубо говоря. Да, входят. Это суммарно вообще бонус. То есть суммарный просто будет 30%. Ну, все равно это неплохо, 30%. Хотя вот, слушай, подожди, надо посчитать. Потому что раньше был суммарный, потом как-то все переделали, стали процентами другие цифры. Вот, ну, я все-таки знаешь, думаю... Эти манипуляторы, как вот, берут, да? Манипуляторы, там, передача, там, плюс один, плюс один, плюс два... Там снизу надо турели запитать, сбегают. У меня крафты в руках, которые еще 3 часа будут происходить. К концу серии закончится. Не, на самом деле быстрее, но реально они долгие. Так, все, перерубаем обратно на производство, наверное, здесь. Ура! Я наконец-то нашел дерево, блин. Я это уже 2 серии ищу. Дерево ищешь 2 серии? Да, не поверишь. Жесткий ты. Да, блин, такое, чтобы не за пределами стены, потому что за пределами стены смерть, сам понимаешь. Да ладно, там он сбегал, нормально нашел спокойно дерево. Да тут везде, где ворота, выходишь, и тут сразу спавнер огромный, ты че? Блин. Ёпарасоте. Погиб? Не, я... Ну, не погиб, но это хуже. Все просрал? Ну, нет, это лучше, чем все просрал, но... Проблема в том, что... Эти процессоры, 200 штук, которые... Я думал, что у меня 200 штук процессоров сейчас есть. Я не учел тот факт, что они мне потребуются на производство еще и самых третьих этих модулей. 5 штук, то есть это 25 минус 25 процессоров. Соответственно, мне нужно ждать еще теперь, когда произведется еще 20 процессоров. Так, металл, кстати, вроде бы идет нормально. А закладывается хреново. Странно. Тогда еще один длинный, че мне? Жалко, что длинных манипуляторов. Буду закладывать больше, закладывать. Так. Закладываю заворотник больше. Сюда модулей. Короче, даю вашу инфу. Если вдруг начнет напрягать завод роботов, его нужно будет отрубить. Тут слева от него стоит огромная такая, это, короче, электровышка. Ее просто сносите, все не работает. А, вот тут, по-моему, еще был один. Сделал все максимально разумно. А где смазку берешь для завода этого? Он в руках приносит. Да нет, мне не нужна смазка для этого завода, не поверите. А, двигатели. Да, сразу двигатели. Сразу двигатели.
Ну, кстати, нормально, если вот так вот поставить ящичек, то, в принципе, они нормально приезжают. Это просто в конвейере не особо заметно, что они пополняются, потому что их сразу перелопачивает. Так. Блин, реально, так классно стал персонаж бегать. Сюда больше всего надо. Так, всего лишь две схемы надо. В процессор упираюсь. Процессоры просто мгновенно не успевают закладываться ресурсы, они уже произвелись. Вот это скорость сборки. Просто лютая. Полоска прям так тюк-тюк-тюк. И то этого не хватает, что самое интересное, по скорости. Я упираюсь в скорость, не поверишь, закладывание трех проводов. А, здесь простой, потому что стоит. Кто поставил простой манипулятор? Он не успевает. Вот, быстрее стало тюкать. Тюк-тюк-тюк. Вот теперь должно успевать закладываться за время производства одного процессора. 20, нет, все равно не успевает. Блин. А теперь интересный вопрос. Куда делся завод двигателей? Сломали, я его разобрал, потому что двигатель там не крафтится. А ты рассчитывал, что у тебя там будут... Не поверишь, у меня там они были. Двигатели. Так, я все еще упираюсь в скорость закладывания проводов. Как бы это жестко не было. Блин. Вот с этим, да, есть проблема. Доходит до того, что приходится делать двойной конвейер. Чпок. Я чуть-чуть тут перестрою. Есть даже синий конвейер. У меня синий конвейер, что 15 есть. Я сейчас тут еще все перестрою вообще за... У меня красный конвейер. Ну так, блин, супер мощный. Но его не хватает, к сожалению. Нет, вы сможете синий оставить. Да, уже синий, у меня нет синих. А, кстати, у нас есть производство синих? Я сейчас хочу наладить производство синих. Я сейчас еще просто вот так сделаю. Просто хитрожопость 95-го левела. Кстати, меня такие столбы как бесит, а. Под конец все-таки хочется каких-то крутых столбов, а их нету. Ставь трансформатор на эти. Вот, их надо тоже ставить. Ставься ты. А, они требуют красные платы, кстати. Да, кстати. Откуда можно стянуть мазут? Мазут? Не знаю. Он только справа сидит же, по-моему, есть. Я сейчас хочу... сделаю как раз производство именно смазки. Так, а куда делись мои столбы самые простые? А вот снизу они. Ты сделаешь производство смазки? Да, снизу там, где и было. Отлично. Я просто люто ускорил производство. Безумно люто ускорил производство всего этого. Я посмотрел. Через чего? Еще больше стал. 5 манипуляторов вкладывают провода. Вот теперь они вкладывают действительно быстро. Отлично. Вот они теперь успевают вкладывать за то время, когда уже нужно производить. Понимаешь, когда у тебя стоит третьего тира завод, производство схем зеленых. Жалко этих красных длинных манипуляторов нету, быстрых вариантов. В модах, по-моему, есть, да? Да, в модах есть. Там в модах есть, все есть. В модах, да, все есть. Вот теперь я уперся в скорость, по-моему, закладывания металла. Не успевают они вкладывать его. Жалко, конечно, что не успевают это делать. И здесь можно захитрожопить, наверное, опять. Хитрожоп тайм. Да, хитрожоп тайм устроить. Мне металл нужен сюда. Да, сюда тоже нужен металл, блин. Блин, но он сюда проезжать не успевает, блин, хреново. Так, касательно... А, синий конвейер и смазка нужна. У нас же было производство синих конвейеров, кстати, Кайр, у тебя снизу. Ты разобрал? Да, но... Там кончилась вся нефть, поэтому я у тебя маленько там месторождение нефти одно заприимствовал. Понятно. Так, кстати, вон, стоило мне перестать производить чипы, как раз красная плата уже есть. По крайней мере, лента... начала пополняться ими. Так. У нас просто есть чем проблема. У нас металл не доезжает до производства зеленых микросхем. Зеленых микросхем не доезжает? Да, на производство красное, которое идет. Зеленые... А, ну да, есть такая проблема. А металл нет. Я постоянно вижу, что туда он не доезжает. А он не доезжает потому, что он схавается, блин, везде, где угодно. Его на эту ленту просто нужно чуть больше, наверное, направить поток сам, концентрировать. Он, смотри, дофига на эту идет, допустим. На сталь, которой, ты говоришь, не нужно. Давай-ка от стали ее уберем. Стали там он целый сундук, если она будет потребляться, ну потом подключим. Я просто обрублю конвейер.
А, он не будет туда больше вкладывать, да? Он будет все сюда оставлять. Если сепаратор полный, одна из линий, да? Да, сепаратор полный, он все на вторую сторону все равно подает. Ну, значит, окей, даже еще легче, чем я думал. Так, синих банок у нас полный бак, соответственно, сейчас не будет сильно употребляться. Здесь производство этих банок, ну, производство того, что требуется для этих банок, требовалось. Так, и у меня должен создаться костюм. Кому отдать мой старый ненужный костюм? Мне и КР это, ты можешь, ну, предупреди, короче, меня, когда ты доделаешь смазку, окей? Бля, да такие... Фактория такая фактория. О, да. Да. Ну так вот, короче, окей? Так. Да, конечно. Костюмчик нужен? Да. Ей. Оу. Ей. Есть у меня костюм. Отдай Максу костюм. Да, первый. Так, он без модулей, правда, Макс. Все модули снял, да? Да, естественно, я себе их забрал. Так, Макс, ты где? Где тебе его отдать? Давай снизу слева возле смазки. Латексный костюм отдай. Место встречи сбить нельзя. У тебя есть ящик какой-нибудь? У меня вообще никакого. Сейчас какой-нибудь поставлю. О, деревянный, отлично. Сейчас приходит моб и такой ломает. О, костюм. Отлично. Ладно, почти, держи. Ну, почти костюм. Обмажешься углем, и будет у тебя угольный костюм. Угольный костюм. Масочка, да? Так, и что для него надо? Ты правой кнопкой мыши можешь на него кликнуть. У него нужен ядерный реактор. Кстати, мне тоже нужен... А, 100 процессоров. Где же мне их взять-то? В общем-то, нужен ядерный реактор. Термоядерный даже, не то что ядерный. Нужны модули щита. Для них тоже нужны процессоры, которых нету. И, в общем, много чего для него надо, зато он круче. Наверное, круче. У него сейчас броня лучше. 10, 20, 10. Он лучше. У тебя какая была? Стальная броня до этого? Да, по-моему. Просто тяжелая. Ну, тяжелый-то он точно лучше. Причем ощутимо. 7, 15, 8. Он даже такой намного лучше защищает. Износ у него тоже просто огромный. Так, это что касательно отлично самого костюма. Которые... Все, теперь чипы, наверное, эти не нужны особо. Для улучшения они не нужны. Здесь 10 таких, 6 процессоров. Но 6 процессоров это не проблема. Вот они здесь уже лежат. А что-то не хватает энергощитов. А на энергощиты мне не хватает меди. Во. Сейчас меди тоже свистнут. Чуточку так. Вот. А синие чипы ведь не производятся, да? Оп-оп. Красные схемы зазря произвожу в руках. Ну так синие не производятся или производятся? Кто синие? Процессоры, короче. А, ну они медленно производятся, сейчас пока что с ними проблемы. Я улучшал как мог. Ну не смог, да? А у тебя эти полочки со смазки была, все ее, да? Да ее уже сняли давно. Уже очень давно даже, я бы сказал. Так, снизу там какое-то педобирство происходит мобовое. Пробегают они, и вот это что такое вообще с мобом? Педобирство, блин, нифига себе, он сгрыз мою всю мега типа броню просто за мгновенно. Ай, блин, попал под поезд. Под поезд. Ты с ресурсами был? Да, я немножко был там. Я так и думал, что там сейчас поезд уже поедет, честно. Я поэтому быстро свинтил. Ну не да нафиг, я сейчас сдохну. Сейчас сдохну! Нифига себе, они зафармили меня. Что-то они какие-то слишком жесткие. Ой, ё-моё, слишком жесткие. Идите нафиг. Нафиг. У меня хелсов нету. Турили, давайте, пиу-пиу, пыш-пыш. Чё они такие жесткие? Это раньше не было таких жестких мобов. Просто выносят на раз-два. Это просто вообще убивают. Танк нужен, танк. Да мне даже броня это нифига не помогает. По крайней мере, мне нужно больше брони. Намного больше брони, чем сейчас у меня. Так, ладно, сейчас буду производить себе этих модулей брони. Сколько ты говорил, 3 модуля брони ты собирал? Нет, вторые. Вообще требуешь второй уровень и брони, 2 реактора, ну, меня... и батарейку большую, или несколько мелких. Броня у тебя получается так, щит кончается, урон весь поглощает. Тут же маленько подзарядился, но весь урон поглотил. Мерцающий щит. Тебя ХП практически не сносит. Они опять там, они опять снизу прорвались. Нужно, там турели сломали. Я сейчас турели раскрафчу. Сломали прям по низу. Я и... буду крафтить турели. В общем-то, они до сих пор там ломают, вон. Сидит один,
Творим. О, вижу крафт-завод 3 уровня. Прямо его перепрофилируем. Мне нравится, как у нас в одном месте ставят ворота вместо стен, просто потому что, ну, просто блин, потому что нету кончились стен. Стены, да? Да. Отлично. Ну и что, ворота тоже защищают, че нет. Но одного этих, блин, вообще не хватает модулей защиты. Одного этих, да. Да, одного этих. Просто вообще там сжирают аккумулятор. А аккумуляторы нужны, КР? Ты ставишь... Аккумуляторы? Ну, сейчас не особо. В принципе, они нужны, они как бы снижают резкость производства энергии. Так, чух-чух тут складывается, все, чего-то не хватает. Просто если аккумуляторов не будет, не все турели могут мгновенно закреплять. Проце так все-таки тормозит у меня это дело. Тупи, тормози. Наверное, сюда нужно еще один поставить все-таки заводик. Тупи, тормози, купи сникерсни, да? Да. Купи PS3. Нет, еще один в ленту добавить. Сборщик крутотинечки. Тыц-тыц. Так, автокрафт. И у меня что, синие манипуляторы кончились? Я же вроде не дох, чтобы они у меня кончались. Так, ну сделал 20 турелей, пойду поставлю. Так, щит еще увеличил. Так, синие манипуляторы. У меня их, помню, было вообще дофига и больше просто этих. Понимаешь, слишком толстый щит, он долго будет заряжаться. Смысла нету. Ну, это понятное дело. А вот пульсирующий щит как-то более интересная вещь. Ну, пульсирующий щит — это эксплойт, блин. Ну, эксплойт. Он не 100% защиту дает, он просто дает защиту, толстую защиту. Эксплойт. Не должно быть такого, он не должен игнорить оставшуюся часть урона. Она должна в хелсы уходить, по сути дела. То есть у тебя, допустим, у щита там 10 единиц, ты получил 300 урона, и получилось так, что ты получил всего лишь 10 единиц, и через секунду ты опять отгенерировал 10 единиц урона, и опять получил 300 сверху, и, ну, это неправильно же. Это эксплойт. Согласен, но такая механика на текущий момент. Вот, есть. То есть, по сути дела, все должно остаток урона, он должен в хелс у тебя улететь, и ты должен соснуть. Вот что должно произойти. И после этого серый перезаходит в игру каждый раз, когда он так сделает. Так, Кэр, это ты там строишь или Макс? Да, это я строю турели. А туда не добегают, они, знаешь, где ломают, где поезд, вот этот угол, где рельсина. А там, видишь, там у нас нельзя построить ворота. Ну так я понял, но грызут они там 100. Пусть они грызут эти стены. Эти турели будут доставить. Просто лучше их туда наставить. Вот. Там нельзя поставить ворота, они просто турели бегут сразу сломать их. Да не, я не про то. Они не пробегают даже. Они вот здесь начинают грызть. Вот здесь вот. Они дальше не пробегают. Поэтому там тоже турели лучше поставить. Ну, мне кажется. Так, какой-то подлаг произошел. Ну, касательно костюма. Мне бы еще что-нибудь такого в него натыкать. Шагоход второй. Мне нужен шагоход. А мне не хватает 30 электродвигателей. Они у нас производились? У нас смазки нету на них. Но у тебя же тут нефть есть. Ты же что-то перегонял тут даже. Да, там смазка маленько перегоняется. Если накопилось пару сотен, в принципе, можно начинать производство. Ну, есть 200 смазки есть даже. Маловато. У меня там несколько... У меня была полная бочка, она ушла достаточно быстро. Так. Не помню, сотни двигателей сделали и маленькие. Смазки, двигатели, медь и это. На простые двигатели нужно просто сталь и железо. Вручную вкладывал, что ли, это ресурсы? Нет, там вещи все разобрал производство. Ну, я вижу, что тут нет производства, а надо бы, чтобы было. Так, смазку надо куда-то... Так, а вот жалко, нельзя мазут, вот это, а точнее дизель в смазку переделать обратно. Было бы удобно. У нас есть день добычи камня? Была. Куча сундуков с камнем, плюс куча сундуков с стенами были. Во, как тут надо все делать, по уму просто улучшейзеров сюда воткнуть. Так. Настолько всего, глаза разбегаются, я найти не могу. Глаза разбегаются, маяк хочу. Маяк. Чтобы маячить, да? Маячить, да. Что-то не вижу, я вообще понятия не имею, в какой закладке маяк. Маяк, чтобы маньячить. Маньяк, что маньяк. Это маньяч. У нас турили. Блин, а где маяк-то? Как выглядит-то хоть? Маяк, я скажу, где. Не вижу, что-то я. Танк вижу. Все уже, по-моему, осмотрел и не увидел. Может, у нас не исследован? Слушай, может быть. Так, кстати, там скорострельность изучается. Да, передача эффектов недоступна. Так, скорость...
Слушай, не может быть. Скорее всего, складываются бонусы. Смотри, предыдущие, третье улучшение скорострельности тоже давало 30%. И это 30%. Значит, каждый дает по 30%. Они складываются. Складывается. Потому что я сейчас вспомнил про манипуляторы. Там складывалось. Вот. Так что это... Раньше он был бы нарастающий, а сейчас складывается. Так что это вообще круто. То есть сначала там 10-20, а потом два раза по 30. Это 60-90% скорострела мы увеличим. Соответственно, меньшее количество турелей. А почему здесь стены не хватает, интересно? Такие умные кто-то. Стену сломал. И, соответственно, тоже количество турелей будут, конечно, сжирать больше электричества в единицу времени, но зато и дэмэдж выдавать в два раза больше. Там, кстати, что-то не хватало. Так. Нет, энергия не будет съедать столько же, просто дэмэджа больше будет давать. Нет, ну, столько же, они разве не от выстрелов пожирают? То есть, ну, в единицу времени больше выстрелов, больше энергии потребляется, нет? У него потребление в единицу времени. А я думал по выстрелам, кстати, всегда. Я думал, что чем они скорострельны, тем больше. Я пробовал, как-то проверял на версии 0.7, эта версия. Было по времени. Да. Возможно, изменили механику, но было по времени. Прикольно. А я думал, что по выстрелам. Ну, тогда еще лучше. Тогда это вообще не запарно. Так. По поводу этой самогона, со смазочной самогона. Так. Здесь не успевает теперь накапливаться. Сюда хочу модуль еще круче. Вот так вот. Сюда можно даже вообще самые классные модули воткнуть. Но у меня их нет проблемы. Вот в чем. Печаль, беда. Но они там производятся потихоньку. Вот парочку поставить. И маяк я хотел. Сейчас скорострельность доизучится. Построим маяк. Поставить туда еще и маяк. Маяк хорошо улучшит все это дело. Так. Макс. Я раскрыл твое производство, а? Макс сделал. Что ты? Да, это тебе пару заводиков заберу. Нам роботы еще не. Нет. Нет. Так. Лучше просто отруби, если это напряжно по энергии. Ну, пару заводиков срубать, ну блин, построй свои, в чем проблема. Это святое же. Да, я просто же... там их перепрофилировал на производство турелей, и у меня остался один свободный заводик. Знаешь, что я тебе скажу? Взял, спёр третий... Все равно не производится. Третий завод, а? Ну, ладно. Третий завод, ну, обида. Да я тебе могу, кстати, второй скинуть завод. Я просто есть третий, мне, потому что надо быстро производиться. Я хочу движки сделать, производство третьего завода. Движки нужнее. Ну, можешь пока второй на третий там заменить у меня, а третий себе забрать. Ну, только потом верни, и все написано. Уже 400 смазки, между прочим. Я имею в виду это, потом просто застрой туда третий, да и все. А жалко, не... кстати, вот скорость. Нам здесь дизель не нужен, жалко, здесь нельзя сделать такой слив в воду дизеля. Просто, чтобы он сливался отсюда, нафиг. Вот так вот рождается Детройт. У нас нефтегаза, уже полный бак. Нефтегаз нужен куда-то вот этот вот базовый? А, полный бак, поставь туда второй, блин. Это с него пластик сделается, с него взрывчатка делается. Ну, да. Пластик не нужен. Там пластик. Нет, взрывчатка, если раньше производил взрывчатку, в принципе. Ну, здесь можно восстановить производство взрывчатки и танк построить обратно. Танк есть, к нему даже есть 200 снарядов. А, ну вообще ништяк. И... Если танка нету, есть снаряды к нему. Ну хорошо стало производиться, я значительно ускорил фактически в полтора раза, даже не фактически, а в полтора раза ускорил производство нефти, банально. Сейчас я еще улучшу это даже. Пам-пам. И вообще пошла нефть. Пошла нефть набираться-то прям-таки быстрее. Там 1,8, это 80%, блин, добавилось. Вообще здорово. Так, еще один, что ли, чипон зафигарить туда? Так, у нас имеется так. Сундук. В котором несколько сотен турелей скоро будет. Да. Там уже полтинник турелей, и там еще фига производится. У меня, кстати, целый инвентарь красных конвейеров и пластика. Не знаю, зачем мне это. Ну, пластик скинь в буфер, наверное. Там буфер, по-моему, переполнен, это самое интересное. Я его оттуда и брал. Да, буфер переполнен, я поэтому его и брал, пластик-то, в руки. А манипулятор у тебя есть? У меня вообще ни одного нет. Вообще нет манипуляторов. Вот манипуляторов нет. Есть конвейеры красные. Так, скорость турелей улучшилась. Есть еще улучшение на турели? По-моему, все. Скорость, да, пятая, последняя. Нет, еще шестая есть последняя. Разве? Да. Я не вижу. А, есть еще скорость. Уже по 200 банок всех, и она дает еще 30. То есть вообще просто капец. Есть увеличение урона от лазерных турелей. Я
кто мне скажет, почему у нас не прокачаны были лазерные турели? Кто отвечал за исследование про турелей? Я теперь знаю, почему мы так сосали на дефе, потому что у нас турели вообще не прокачаны. Ни скорострельность, ни урон. Их просто выносили как нефиг. Потому что они ничего не могли сделать. Так, я газ сейчас здесь сломаю. Ну, нужен будет газ, наберется еще раз. Блин, надеюсь, нужен будет газ. Обойдемся без политических шуток. Что-то у меня больше газ не сломал, блин. Ты смотри, с какой скоростью он набирается, у тебя что-то переживаешь. Нет, я не про политические шутки, просто в рифму сказал, знаешь. Нет, а я про политические шутки, то что, надеюсь, нас не смотрят украинцы и не будут переживать. Блин, за... Знаешь, вот ты вот прям намекнул. Это был просто намек, но теперь ты просто прямо сказал, знаешь. Пугнул, блин, газом. Что они не будут так, за такую растрату газа, что я его просто в воздух выпустил. Тебя расстреляют. Вот, но я говорил, что надо обойтись. Ну просто раз в голову пришла, не в обиду. Ну все шутят, я что, не могу, что ли, пошутить? Все дизлайкаются, так что... Да, там в комментариях все дизлайкают, я что, дизлайкнуть не могу. Так, ну я все-таки надеюсь на благоразумных зрителей, и что они не начнут бездумно батхертить, бугуртить и хейтить. Нифига, я сейчас в миллиметре от поезда, блин, по конвейеру ехал. Просто не нажал бы вверх, умер. Сверху продолбили стену. Сверху? Ну, задефайся, что я еще могу сказать. У меня просто оружия нет. А у нас есть чуть-чуть. А нефть как-то хреново тут притекает, я бы сказал. Нефть медленнее, скажем так, нефть прирабатывается быстрее, чем она накапливается. Я вот что могу сказать. Тут ну, есть... А если он оружие наверху, задефайте, пожалуйста. А что тут дефать-то? Тут ничего нету. Макс, тут один тварь есть, он глядит. Макс, задефай. Что бы там ни было, задефай. Что там за тварь, подожди. Да один червь мелкий. А, вот он ущербок, да? На, там... Сейчас мы его чекнем. Чекни его там, по полной. Зачекался. Блин, у меня тут курили, паутник появляется. Доходность 59 кайр, говорит, да зачем мне тут нефть? У меня тут вообще бедное месторождение, нефти нету, нифига не добывается. Где тут еще были дыры нефтяные, нефтедыры, а вот здесь... А, то есть роботы сами знают, то, что тут должна быть стена, да? Мощность добычи 2. Да, если ты сейчас накидаешь им блоков стены, они построят их. А, блоков стены, а на ремкомплектах никак, да? Там останки... Ремкомплектах я вообще не понимаю, куда там нефть эту... А, она здесь скапливается. Лол. Там буфер я твое месторождение протянул, потому что у меня там вообще... У меня опять металл кончился, блин. У меня металл кончился. Я хотел... Все-таки ты зря тут разобрал эти нефти. Одно нефтерождение просто заглушил, другое перестал оттуда нефть пересылать. Я, кстати, так и не нашел камень, вот что я точно могу сказать. Ну, он там есть. Поверь мне, он есть. Да, теперь его найти, блядь, это Бермудский квадрат какой-то. Тут... Бермудский квадрат? Это реально квадрат, это явно не треугольник. Вот если ты мне притащишь стали, ты... или просто постанешь из стальных столбов. Я тебе не стерплю. Каких ты... стальных столбов? Подожди, о чем ты? Стальных ты... столбов, просто турель запитать. А, этих тогда спокойно. Давай, где тебе? Еще немножко трубечников. Ну, видишь, у меня энергетику разбили, разломали. Сейчас. Нефть пошла. Пошла нефть дополнительная. А все, уже не надо. Сделал. О, начало накапливаться. Теперь уже быстрее накапливается. Ну, тут из этого вылетает. Из буфера сейчас. Да, из буфера. 130, да, она все-таки не успевает тут копиться нифига. И третье месторождение здесь самая тема прям-таки. Мне нравится, мы как это... Слушай, они могут восстанавливаться, потому что у них всех эффективность была 10%. Ну, фиг знает, не обратил внимания. Мне нравится, как мы залатываем дыры, когда кто-нибудь там на нас напал, и вот таким на это место турели ставим. И ждем следующего нападения. Так, знаешь, просто заплатку поставили, так вот. Так, смазка набралась, сейчас где-то производство, и я хотел наладить. Так, у нас здесь вот кофта. Сталь, трубы, штырёнки. Так, мне нужно еще железо, блин, пойти из буфера взять. Кстати, уже серия, опять же, полчаса, на самом деле, вообще время незаметно пролетает, потому что ты здесь пока ждешь, там ждешь, и вот бац, полчаса прошло, офигеть. Да хуй ждешь, блин, все бегаешь и делаешь. Вот, не, ну, блин, в плане, как раз таки, ты ждешь, пока там что-то произведется, то, что тебе нужно, ты побежал туда, сделал что-то.
побежал обратно, что-то опять сделал, и так время-то и проходит незаметно совсем. Вот, и я думаю, что эту серию мы будем заканчивать. Сейчас я просто доделаю нефть, я обязан ее доделать. Не могу же ее просто так бросить здесь. Бедную нефть. Вот именно, не могу же я просто так стоять. Так, еще подземных труб протяну, наверное, к этому хранилищу, и от него там все равно выливается на всякий случай. Че бы и нет. И посмотрим в следующей серии, что там можно организовать с этими схемами, наверное, схемами, что ли, и броней моей, которую я никак не могу доулучшать. Так. И с маяком, да, с маяком. О-о-о. Ну, блин, как всегда, еще дофига чего можно поделать. Реально какой-то прикол по маяку, потому что раньше ничего не было с ним такого. Блин, я весь металл, который брал, весь израсходовал, ну я просто... Но говорят, что маяк дает 50% бафа всем постройкам в радиусе, ну, того, что в нем воткнуто, грубо говоря. То есть если в него воткнуто... Воткнул у него модули... И он 50, да, и он, типа, ну, по сути дела, это вообще выгодно, если смотреть, какой у него там радиус. Ну, радиус у него, по-моему, приличный был. То есть, если он 50% дает, то это выгоднее в него напихать всех этих модулей и получать вагон просто профита. Ну да. Посмотрим, посмотрим. Вот маяк мне интересно узнать, если так сделали, то это круто реально. А если не сделали, но кто-то просто наврал. Нагло. Раньше такого не было, кстати. Раньше не было, и его поэтому всегда мы на него забили и просто о его существовании забывали банально. Потому что бесполезная хрень. Так, так. Свет включил. Кстати, по электричеству у нас нормально? Вроде нормально. Производится, ну, с запасом, сейчас. По нефти. Да, энергия запасом. Я делал двойным запасом. Так, по нефти тоже все нормально, в принципе. А хотя нифига, все равно мало копится, даже с учетом того, что все три месторождения работают. Их, кстати, можно ускорять ускорителями? Не особо сильно. Ускорять ускорителями. Ускорил ускорителем. Ускорил 0,6 в секунду. Производится. Так, есть. Тут всего две точки работают, да, получается? На да, добыче. На всего две точки было. А там, а я думаю, больше, что-то всегда думал, что у тебя. Нет, там еще очень мало месторождений. 0,1 вообще просто. У тебя вот это вообще просто никакущее. Они все были по 0,1. Нет, там 0,5 снизу, странно. 0,6 да. Точнее. Может, оно реально сгенерировалось, ну, там, отрегенилось как-то. Возможно. Там, потому что снесли его мобы. И все, и залили нефть. Прибежали, залили нефть. Так, ну эту серию мы реально заканчиваем. Ребят, пишите комментарии, ставьте лайки, если хотите больше, чаще. Подписывайтесь на канал, если вы вдруг каким-то образом здесь впервые. Увидимся. Всем пока. Помаячим, пока.